В Центре развития молодежных инициатив состоялся форум в честь Международного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно отмечается 9 декабря. Противодействие коррупции – одна из приоритетных задач нашего государства. Данная проблема стоит на повестке дня во всем мире. И в нашей непосредственной области данную работу мы проводим совместно с общественностью, с работниками СМИ. Прозрачность антикоррупционной деятельности – залог успешности. И средствам массовой информации в этом деле отводится особенное место. Телеканал ЕРТС регулярно освещает антикоррупционную деятельность нашего региона, предоставляет платформу для обсуждения важности принципов добропорядочности и честности. Одной из таких площадок выступает программа «Арымбар», в рамках которой первые руководители организации и заместители в эфире нашего телеканала рассуждают о том, что такое добропорядочность, и делятся опытом предотвращения коррупционных правонарушений. Благодарственными письмами за постоянное содействие были отмечены директор телеканала Гульнаш Абишева, главный редактор Гульмира Бактиярова и режиссер программы «Арымбар» Гульнара Олжабаева. Ергали Рамазан, Улан Ниязбек Смагулов, ЕРТАС Акпарат.